Давайте, наверное, куплю. Ух, нормальный такой скинчик. Шелли бандитка. Класс. Да, для Шелли тоже есть улучшение. И... Кто это? Сверхредкий Рико. Просто продули, ребят. Мы вообще с вами. Жалко. Опять проигрываем. Да это нереально, слушайте. Всем привет, ребята, на канале Funny Games TV. Мы сегодня поиграем с вами в Brawl Stars. Так, давайте выберем, наверное, столкновение одиночное. И погнали, надо заработать себе жетоны. Так, попробуем, не знаю, занять топ-1. Короче, сегодня задача занять топ-1 на каждой карте. Получится, не получится, поглядим. Блин, вон где ящики. Ни одного ящика, думаю, нету, что за ерунда. Так, ну нет, вроде бы есть. Давай, мочим. Так, я играю за Шелли, по-моему, да? Так этого персонажа зовут. Я еще нуб, ребят, поэтому толком не знаю даже, как персонажей звать. Так, давай быстрее. Да блин, уже есть, отлично. Так, две банки у меня есть. Да, вы пишите в комментариях, что надо называть эти штуки банками, поэтому я их называю вроде бы как банками. Вернее, буду называть. Ух ты ж, чувак, стой! Ох, отлично, блин, меня размочили, да нет, ну как же так-то, так жалко, да ладно, 3 кубка у меня есть, блин, первая катка, короче, вышла боком, ладно, играть снова, давайте еще разочек, по-любому надо попробовать топ взять, у меня задача взять топ, ребят, надеюсь, что у меня получится, так, вот опять я вижу 2 ящика, ой, и там этот чувак, как его звать-то? Блин, он издалека, он, если в него все войдет, то он очень хорошо мочит. Ох, так, ладно, я до него не достаю. Ладно, пойдем дальше. Пошли вот этот ящик тоже попробуем размочить. Так, надеюсь, что тут никого нет. Вроде бы нету. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Уходим. Уйди от меня, уйди, блин. Ой, хорош. Блин, вот он изблизи мочит. Он изблизи очень круто мочит. Он, короче, в кустах там стоит, да? Давай посмотрим. Иди сюда. Так, попал. О-о-о-о! На, держи. Есть! Ха-ха! Развалил его. Ух, 3 банки у меня. Отлично, 3 банки в кармане. Тон-тон-тон-тон. Так, ладно, восстановился. Так, здесь в кустах никого нету? Ой, блин, зачем я 2 патрона потратил? Ну да ладно. Погнали дальше. Так, тут никого нету? Оп, тут, оп. Так, вроде бы нету. О, вон там. Чувак, 10 банок уже, серьезно. Нереально, блин. Стоять. Уходим. Ага. На, держи. Давай. Есть. Хорош. А сколько мне банок дали? Блин, мне надо восстановиться. А это что такое? У него ХП восстанавливается? Нет. Да, первое место у меня. Хорош. Нормальная каточка получилась. Так, что мне дали? 6-й ранг, звездный жетон заработал, отлично. Ух ты, награды. Так, выходим. Хорошо. Так, сколько у меня уже? 339 кубков, ребят. Ох, 6 ящиков. Отлично. Так, что я хотел? А, магазин. Смотри, есть Шелли, бандитка, за 19 можем кристалликов купить. Давайте, наверное, куплю. Ух, нормальный такой скинчик. Шелли бандитка, класс. Все, у меня теперь, так, смотри, удвоитель жетонов есть. Можем взять, так, еще что? Надо очки силы на каждого понакупить. Благо, что они недорого стоят. На полку. Так, на кого здесь еще? Это кто у нас? Это Дэрил. И это у нас, как его звать, Барли, ладно. Я совершенно не знаю, как их зовут. Так, отлично, неплохо. Ух, так, надо зайти в общение, принять, ребят, да, добавляйтесь ко мне в друзья. Так, надо принять всех, короче, кто, кого я могу. Давай. Сколько запросов? Еще 2. Отлично, так, с кем бы мне поиграть в захват кристаллов? Тут тоже можно просто жетон заработать. Так, с кем бы поиграть? Игроки в сети, кого бы пригласить? Так, вот Фиспект, 5400 кубков, пригласить, давайте пригласим его. Приглашаем, если он вступит, будет вообще круто. И можно еще кого-нибудь чувака, Кирилл, он играет. Так, вот Пончик тоже, давай Пончика тоже пригласим.
Вам повезло, ребят, вы можете попасть. Так, давай. Вот, выберем. Есть, отлично. Так, ну что ж, осталось еще подождать. Чувака печатает что-то у нас кончик. Фиспекта, блин, Фиспект. Ладно, давай попробуем другого кого-нибудь пригласить, не знаю. Фиспект, извините, не повезло, попробуем Dark Lord Stepа пригласить и сыграть. Так, что-то написал. Привет, Пончик, Пончик, привет, ты попал в видео. Блин, ну что там, Dark Lord тоже не принимает приглашение. Ладно, не повезло тогда тебе, чувак. Так, Никитос, Никитос, в бою... В меню мага какой-то. Давай магу пригласим. Мага, вступишь в нашу команду? Будешь с нами драться или нет? Ребят, ну давайте, вы чё? Вы попадаете на YouTube. Вы что? Принимайте быстрее. Что-то не спеша. Так, ладно, кто у нас там следующий? Следующий, да, так, опять Dark Lord Step'а давай, он первый просто. Во, есть, принял Dark Lord Step. Ну что ж, погнали, ребятки, готово. Поехали, я набрал команду из своих подписчиков, давайте попробуем захватить кристаллики. Ух, захват кристаллов. Ух, команда моей мечты. Команда подписчиков, играем с подписчиками, давай вперед. Ух ты, у меня крутая эта Шелли. Так, Пончик уже пошел вперед, давай. Ничего себе, ничего себе. Держи, держи, держи. Оу, разрушили, молодец, Dark Lord Step завалил его. Так, мы погнали дальше. Погнали дальше. Так, пока они выигрывают, ребят. Пока они выигрывают. Давай, давай, давай. Есть. Так, так, так. Попаду. Блин, нет, не попадаю. Не дотягиваюсь. Ай-яй-яй. Пошли кристаллы захватывать. О-о-о-о-о. Блин, меня зажали. Вдвоем. Серьезно. Три кристалла. Три против одного. У них три кристалла, ребят. Я уже два раза умер. Давайте, пацаны. Давайте. Вы сможете, я знаю. Вы сможете. Вперед, вперед, вперед. Блин, тут кидает издалека, а. Как же он кидает хорошо. Так, 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 нет, нет, нет. Давай, 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 давай. О, блин, защита включила. Защита включила. Так, мне надо хпшку, хпшку надо набрать. О, блин, замораживает. Серьезно, этот чувак, Руди. Т9, он просто меня замораживает. И мы проигрываем, ребят. Со своими подписчиками мы просто проигрываем. 8. Блин, жалко. Да что такое? Эй, прекращай! Да что ты будешь делать? Вообще просто меня мочат и мочат без конца. Ребята, ребята, что мы с вами? Так, красная команда побеждает. Все, это хана, это хана. Давай хоть одну. Да как? Сколько он отнимает? У него эпический этот, я так понимаю. Ну все, походу мы проиграли, ребят. Походу мы профукали. Все профукали. Блин, достали. Ни одного, я даже никого не убил. Просто продули, ребят. Мы вообще с вами. Жалко. Опять проигрываем. Да это нереально, слушайте. Это просто нереально. Почему? Ну, у них там сила, смотри. Я самый слабый, получается. Я самый слабый в этой команде. Опять мы проигрываем, ребят. Сколько раз мы сегодня проиграли с вами? Пожалуйста, давайте, пацаны. Нет, все. Да что ж ты будешь делать? Вели, вели, и бах, и все продули. Я сегодня смогу заработать эти жетоны или нет? Что ж такое-то, а? Что ж такое-то, а? Не получается, не получается у нас. Но я надеюсь, что мы затащим. Ладно. Поехали. Поехали, собираемся. Так, первый кристалл, я думаю, надеюсь, что у нас. Оп, ушел. Уйди, 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 уйди. Так, нет, она убегает. Так, так, так. Давай, миньона. Миньона это валим, или кто он там? Так, миньона. Оп, есть. Отлично. Блин, нет, кто меня завалил? Вы валите, ребятки. Валите, валите, ну. Опять мы проигрываем. 1-3. 1-3 проигрываем, а? Ой, блин, как же меня попали. Есть, 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 есть. Ушел миньон. Отлично, 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 отлично. Я убегаю. Нет, меня догнали. Ну ладно, у нас... Пончик, молодец, все кристаллы собрал. Молодец, Пончик. Красавчик. 6 кристаллов у нас, ребят. 6 кристаллов. Так, миньона, миньона надо валить. Блин, там пушка это, а? Так, миньон. Блин, пушку, пушку бы разрушить. О-о-о-о-о, кто меня накидывает? Есть, миньона развалили. Есть, еще один у меня кристалл. 8 кристаллов. Так, мы ведем пока. Мы ведем, давай нашему поможем. Есть, молодец. Красавец. Красавец! Так,
сколько? 8 по кристаллам? Так, не попадаешь. Так, 9 кристалл сейчас заберу. Ух, хорош. 9-3 мы выигрываем. 9-3 пока. Все, счет пошел. 10, держим, ребята, держим. Блин, нет, меня развалили. Все, держите, пацаны, держите. 10. Так. Давай, должны выиграть, по-любому. Давай. Нет, он дубасит. Все, хорош. Отлично, 13. Есть, и мы все-таки выиграем, затащили. Затащили мы Пончик с тобой. Молодец, Пончик, звездный игрок, красавец. Ух, блин, это было нелегко, но мы сделали это. Наконец-то. Так, выходим. Надо теперь следующий режим, награда за поимку. Попробуем здесь затащить с Пончиком. Поехали, Пончик. Выбираем бойца. Ух. Я не знаю, я пока, ребят, нубас полный, поэтому я играю только Шелли. Так, поехали на избой с нами и... Итак, ой. О. Так, отлично, мы пока валим. Ой, ничего себе там. Так, хпшку надо восстановить. Так, тихо, хпшку восстанавливаем. Отлично, хпшку восстанавливаем. Восстановил, да. Оп, есть, я уничтожил. Блин, не меня уничтожили, 6-10 мы проиграем. 10-10, отлично, пока все хорошо. 10-13. Блин, у них опять супер уникальные бойцы какие-то. Так, блин, отсюда я не достану. У-у-у, ничего себе у него там атака. Так, подожди. О, хватит. Меня закидывать. Давай, валим. Ой. Вот это миньон уделал меня. Смотри, куда он убегает. Надо миньона убивать. Блин, что за бойцы у них там такие супер-мега крутые. Давай, валим, есть. Отлично. Ух, развалили, 23-19. Так. Блин, там кто-то огнями просто кидает. Так. Ульту, видимо, свою кинул. Так, я стою, хилюсь. 23-22. Хилимся. Давай, валим. Ну же. Блин, меня завалили опять, и ульты нету. 26-29, опять проигрываем. Блин, 25 секунд. Давай, мужики. Ух, все в огне, все пылает, все. Давай, есть. Вали, блин, да что такое, 28-34, нет. Моя Шелли просто слабенькая по сравнению с их там крутыми. 38-34, все, мы повели, это отлично, ребят. Мы ведем, бой окончен. Мы победили, да, 38-34, класс, Пончик мы затащили. Ну от меня, конечно, мало что зависело, ребят. Сам видели, я просто слабенький, я очень слабенький. Так, ладно, давайте выйдем пока из команды. Так, давайте посмотрим, что у меня за ящики есть. Подкрываем ящики. 22 монеты, улучшение для Поку, очки силы для Була, отлично. Так, новый рубеж, события по билетам какие-то откроются. Также 7 ящиков, но я вообще думаю... попробовать купить еще один мега ящик. Давайте купим, ребят, 60. Посмотрим, кто мне выпадет. 212, Барли, улучшение, Кольт улучшение. Блин, для Шелли было улучшение. Я бы сейчас... Шелли, да что ж такое? Да, для Шелли тоже есть улучшение. И... Кто это? Сверхредкий Рико. Второй из 4 боец. Выпущенные Рико пули могут отскакивать от стен. Его супер преодолевает большую дистанцию, насквозь прошивает цель. Ух ты, классно, Рико. Давайте попробуем. Попробуем тогда выбрать Рико, сыграть Рико, ребят. Кто это Рико? Вот оно. Ух ты, давай выберем его. Попробуем тогда сыграть в столкновение, в одиночное, погнали. Просто посмотрим на этого бойца, ребят. Не знаю, что это, что он из себя представляет. Попробуем им подраться. Так, мне бы ящичек, чтобы рядом был. Блин. Да, дамажит он не сильно много, но вроде бы дамажит. Ладно, будем пробовать. Блин, я сейчас для нее ящик разблокирую, да? Какими-то снежками он пуляется. Так,
ну неплохо. Ух, и дистанция очень далеко. Давай, о, блин, нет, он просто меня вынес. Просто вынес вообще на изи. Ну ладно, я заработал плюс 4 кубка, по крайней мере. Да, ему надо просто, давай еще разочек сыграем. Ему надо, короче, просто поднимать, видимо, уровень. За него играть постоянно, и тогда у него прокачается уровень. Ух, ладно. Ну, у него очень мало у него, знаете что, у него очень мало. Так, ну-ка. Ага, чувак, где ты там? О, он меня сейчас уделает, да. Сблизи он меня просто выносит, вот этот негритосик, да, и у меня сейчас пишет кубки. Не, хотя ноль. Ладно, еще разочек попробуем. Надо, короче, какую-то тактику, ребят, выбрать. Пока я не понимаю, как это сделать. Ладно, сейчас, думаю, научусь. Так, давай попробуем. Побольше надо силы просто набирать. Иначе бесполезно с этим чуваком. А, вон как отскакивает от стен. Прикольно. О, это что такое? Что это такое? Что это дает? Что эта зона дает? Так. Блин, не попадаю. Давай. Блин, вот этот чувак! Нет, отстань от меня! О, да, блин, он меня просто удел. Я даже ульту не могу применить. Блин, пожалуйста, можно мне как-то сыграть так, чтобы... Сколько мне? 3 кубка дали? Ну ладно, хорошо. Я хочу ульту попробовать применить, пожалуйста. Дайте мне применить ульту. Блин, там сколько там много ящиков, а? В середине. Так, поехали. Что-то там сказал. Ладно, давай. А 300? Дамага, в принципе, он неплохо отнимает. Если его еще прокачать, будет вообще круто. Будет вообще круто. Так, я пошел туда вот, за теми всеми ящиками. Попробуем вот здесь. Забрать всю эту силу себе. Давай. Есть, отлично. На. Ну, стреляй ты по нему. Блин, да что ж такое-то? Со всех сторон по мне. Мочат. Ой-ой-ой. Блин, все, меня развалили. Ладно, ребятки, давайте на этом заканчивать. Короче, сегодня вот такая серия сумбурная немножко получилась. Поиграю еще потом, наверное, за этого робота. Попробую его прокачать. С вами был Максим, FunnyGamesTV. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.